смысл рассказа вкратце. Я вышел на балкон полюбоваться, прекрасно видом улыбнуться уходящему солнцу. Оно мне подмигнуло, игриво прячась за горизонтом, но отвлекло мое внимание от толпа подростка. Три девушки, три парня, возраст не больше 18, куда-то устремлен. Смотрели все они, один держал беседу, указывая пальцами, переведя свой взгляд в нужном направлении. Увидела крышу дома номера 13, краем уха слушая их рассказ о вечной жизни, покоя в настоящем приюте, в небесах. Разум уловив суть истории, я понимала, что сегодня может произойти и горе. Много слез, много крови, много боли. Ну и засчитали, наливая пусть, ну и пусть. Она тушила теплоту лучей утреннего солнца, что окутало ее лицо лучами. Это был их общий секрет, только они обо всем знали. Шестой этаж, подъезд номер 2, в 5 утра назначена была кровавая.